Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня я вам покажу вообще, как я решил записать свою первую песню. Погнали! В общем-то, народ, я уже дома. Трек успешно записан. И сейчас я включу вам небольшие такие моментики с этого трека. Напоследок я любил тебя, как тех деток, но в итоге ты ушла, а я уехал в закат. Так, ребята, в общем-то, что я вам могу сказать и рассказать? Начнем с того, что сам трек полностью вы услышите в дату его релиза. Когда это будет конкретно, я уточню чуть позже. Как-то так. Ну и в этом ролике, естественно, мы сегодня поговорим вообще, как создавать свой трек, как его опубликовать, потому что я все это делаю впервые и вместе с вами. Так что погнали! Так, друзья, сейчас мы начинаем монтировать, точнее, добавлять нашу песню в все площадки, то есть начнем с того, что мы ее будем загружать через Union Backstage, потому что я хотел это делать вообще через Music Alligator, но, к сожалению, они до сих пор никак не отреагировали от слова совсем на мои сообщения и так далее. Так что будем выкладывать через другого посредника. Так. Начнем, пожалуй, с обложки. Так, переходим в Telegram. Вот сама обложка. Ее мы скачиваем. И в загрузке добавляем обложечку. Изображение имеет разрешение создаться, требует формат. Так, 3000. В общем-то, народ, что я вам могу посоветовать? Просто берете и вводите в Яндексе там или в Гугле. Формат фото онлайн. Так, выбрать фото. Угу. Сейчас он грузится. Да, вот в принципе сама аватарка, как вы можете видеть. Но, так, я считаю, этот сайт нам не подходит. Это тоже не особо. Это тоже не особо. Так, 3000 на 3000. Угу. Так, открываем, чтобы посмотреть, как он у нас вообще выглядеть будет. Нормально. Еще раз заходим, открываем. Так, вот так. Все. Карточка у нас, сама аватарка, обложка нашей песни готова. Название релиза. Песня у нас будет называться просто Добряк. Никнейм автора. Вот так. Пусть будет. Здесь мы выбираем дату релиза. Ближайшее это у нас 31.10. Так, сингл. Так, у меня нет карточки музыканта. Ссылка на активную соцсеть, где фигурирует никнейм. Так. Сейчас открываем. Mm.
Так, 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 так. Моя страница. Открываем ВК. Будем вставлять оттуда всю информацию. Все вот просто берем, копировать. Заходим туда. Вставить. Да. Отрывок удалить и так далее. Так. Добавить трек. Сейчас. Сразу говорю, мне помог человек написать его, так что здесь указан был куплен у битмейкера. И здесь нужно вставить на папку, там где указан чек об оплате, видео из проекта с дорожками вокала и бита, и договор. Где вообще это можно взять? Ну, первоначально это лучше спросить у человека, который вам это делает. Это вам мой совет такой. Сейчас я буквально найду чек. История операций. Заходим в Сбербанк. Ну, вам, естественно, это я не покажу. Потому что это будет слишком. Вот чек у нас об операции. Угу. Что я вообще советую вам сделать? То есть в Телеграме есть такая папочка, называется Saved Message. Там справки об операциях. После чего заходите на Яндекс.Диск. Да. И после этого, то есть вот пишите Яндекс.Диск, открываете Яндекс.Диск. После этого вот у меня есть отдельная папочка с названием «Авторские права». И сюда загружаете справку об операции. После чего отсюда вы выходите, нажимаете кнопочку «Поделиться». И нажать «Скопировать» ссылочку. После чего здесь вставляем ссылочку на этот диск. И желательно еще на всякий случай проверить вот так вот. Читаема ли ссылочка, да. Все, здесь все данные, которые они хотели, есть. Идем дальше. Теперь добавить трек. Название трека. Так. Просто добряк. Никнейм артиста Жу фью битмейкера. Все, дальше здесь вставляем текст песни. Насчет текста песни. Вот, здесь написано все и в принципе расписано. Запрещено указывать в тексте интро, куплет, припев, никнейм, x2, знаки препинания и так далее. Если в песне есть текст, его не указали, песню отклонят. Если в песне нет текста, то напишите, текст отсутствует. Так, в общем-то, просто берете и скачиваете песню вашу. В принципе, здесь ничего такого я не вижу, что можно, а что нельзя. Просто берете. Вот, кстати говоря, моя песня. Вы текст ее полностью видели. Угу. После чего заходим вот сюда. Еще раз читаем. Запрещено указывать в тексте интро, куплет, припев, никнеймы, знаки препинания и так далее. Песня есть текст, а вы его не указали, песню могут отклонить.
Понятно. Так, что-то у нас он не скопировался. Это очень странно. Еще раз открываем. Так. Что-то мне тут все написывают. Ctrl-C делаем. Ctrl-V. Вот так. Написано без знаков препинания, без проблем. Без знаков препинания тогда же легче. Так. Сейчас вы видите сам текст песни, который я писал. Я, в принципе, прям при вас, как вы видите, заполняю полностью эту анкетку, чтобы отправить песню в релиз, скажем так. Так, да. В принципе, все. Цензурная лексика присутствует, чтобы загрузить файл песни. Да, сейчас мы этим тоже как раз таки с вами займемся. Вот он у нас. Он у нас, вот как видите, все обрабатывается. Все у нас с ним хорошо. По крайней мере, он не ругается. Это меня очень радует. Все, он загрузился. Это все мы указали. Насчет Few Beat Maker, честно говоря, не знаю. Пустили это поле. Сохранить. Угу. Все. Это у нас все указано. В принципе, народ, это все. То есть, в принципе, да. Нажимаем здесь это грузить. Как видите, идет сейчас у нас загрузочка. В принципе, как-то так. Да. Да, также, народ, что я хотел вам сказать. После того, как ваш трек прогрузился, то платформа просит заполнить лицензионное соглашение. То есть, вот оно вот так вот выглядит, кому интересно. В принципе, ну, сами уже читайте договор, как хотите. В принципе, все. Как-то так. Сейчас дальше вернусь к вам. Ну, а сейчас, пожалуй, расскажу вам вообще, почему мне пришла идея написать трек, вообще, как это все происходило и так далее. Начнем с того, что периодически, наверное, вы не знали, но я чисто по приколу пишу небольшие такие песенки и сочиняю их на ходу. Ну и в один из очередных таких моментов я просто захотел также написать песню и записать ее на диктофон. Ну я также ее написал. В принципе, из-за этого получился текст песни. Я советую вам, ну, думать, конечно, над песней хорошо, если вы также горите желанием опубликовать вашу первую песню. В принципе, в этом ничего страшного нет. Ну и дальше, что я могу сказать? Как вообще подобрать минусовку или аранжировку для вашей песни? Я воспользовался одним из вариантов. Я просто нашел человека в интернете, который помог мне это сделать за определенную плату. Также вы можете сами написать свою аранжировку через Full Studio или Repeater. В принципе, решать вам самим. Вы сами это решаете, осознаете, думаете над этим. Ну и это уже конкретно ваша задача. Дальше, по крайней мере, я нашел студию, где я это все записал. Ну и, как видите, у меня все получилось. Также не забудьте, трек будет доступен с конца октября. То есть с самого последнего дня октября на всех площадках.
Называется просто «Добряк». Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Всем пока.